полное описание и точно дата выхода 99-й и 100-й серии российского сериала «Красная зона». Новые серии сериала будут выходить на телеканале НТВ 13 августа. 99-я серия. Градов требует, чтобы мэр подписал приказ о закрытии ЦКБ. Волк жалуется Хлебникову на то, что в клинике не хватает персонала. Инга видит, как Кирилл и Настя целуются. Тем временем в городе происходит ЧП. В аквапарке обрушилась крыша. Пострадавших развозят по всем больницам. Выясняется, что дочь Карпенко была в здании в момент аварии, как и дочь мэра города. 100-я серия. Хлебников предлагает Нарышкиной узаконить их отношения. В ЦКБ проблемы с электричеством, из-за которых случается возгорание. Врачи в это время проводят серьезную операцию. Остановить ее нельзя. Кирилл застревает в лифте и получает отравление угарным газом. Его спасает Инга. Сотрудники пожарной команды узнают, что в клинике установлен кислородный концентратор. Напомним, 99-я и 100-я серии сериала будут выходить на телеканале НТВ 13 августа. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.